Итак, всем привет! С вами я, Дима, канал Владелец аквариума. Сегодня у нас воскресенье, 28 ноября. Аквариум я вчера наполнил водой. И коряга уже окрасила воду в коричневый цвет. Ну, пока пусть так. Фильтр вчера также был запущен. Пусть пока болтает воду, все приходит в норму, в порядок. Кто успел заметить, досточку я применил немножко другую, покрыл матовым лаком. Та доска, которую планировал, пойдет на другой проект. На каучуковой подложечке стоит аквариум. Устойчивость, конечно, не супер, но если не трогать, то все будет нормально. Появилась небольшая пена. Это кусочек коряги. Я его вот прям прятал под ребро жесткости, но он уже выплывает. Хочу, чтобы он тоже утонул, и применю его в акваскейпе. Ладно, пусть плавает. Водичка холоднючая. Значит, что я купил сегодня еще? Купил 2 килограмма вот такого вот грунта, потому что тут маловато, а тут многовато. Ну, в общем, как-то баланс я поймаю. А может быть, я изыму весь этот грунт, а добавлю вот этот, потому что он мельче. Такой вот какой-то. Не знаю, что это такое вообще. Говорят, что базальт. В общем, вот. И, как всегда, светильник от Аквалайтера Колар. Смотрите, какая прекрасная коробочка. Просто бомба. Я не знаю, ну, кому как, мне очень нравятся их светильники, потому что минималистичный дизайн, они тонкие, они удобные, вот, мне очень нравится, с пультиком. Смотрите, упаковка. Кто упаковывает вот так? Нет вот этих огромных блоков питания. Вот, сейчас я его распакую. Вот, установлю и включу. Ну и посмотрим на мутную желтую воду под светом светильника Аквалайтер. Это 30 сантиметров. Светильничек 30 сантиметров. Так, ставлю на паузу, распаковываю, ставлю и дальше уже посмотрим, как он светит. Итак, распаковал. Распаковал. Все традиционно. У них есть пультик. Как приятно снимать клееночки со светильника. Вот светильник. Вот так вот он будет освещать этот кубик. Это на 100%. Также тут есть режимы. Режимы 10, 20, 40, 60. Сейчас все покажу. Сейчас 100%. 80%. 60%. 40%. 20 и 10. Просто такая ночная подсветочка. Обратите внимание, что ничего не мерцает, когда снимаешь видео. 100%. Все как всегда, мне нравится. Все отлично. Светильник комплектуется вот таким вот адаптером. Это для пульта управления. Сюда можно подкинуть китайский таймер рассвет закат. У меня такие стоят на 200-литровом. Возможно, закажу. Очень удобная штука. Тогда пульт в принципе не нужен. У меня уже тогда будет он третий. Два пульта просто валяются. Вот так, ребята. Вот так вот. Пока так. Из живности не знаю, что будет. Воду еще буду отсюда, конечно же, сливать. Точно знаю, что буду сюда крепить буцефаландры. 100% это будет суперклей. Вот, когда? В скором времени. Все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ожидайте новых видео. Всем пока и хорошего настроения.